Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Фокси и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас заброшенная пиццерия, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. И сегодня у нас Димон Покемон выполняет роль аниматроника, а мы будем охранником. И если вы хотите увидеть роль от лица аниматроников, переходите на Димона Покемона канал, ссылочка в описании. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ставьте лайкосик, пишите классный комментарий, а ночь начинается. Кто там? А, отвали, блин, Димон, ты что там делал? Блин, вижу какой-то челик, я думал, это уборщик чистит щеткой вентиляцию. Это не от Реди ходит, да, лазит. Хорошо, я поддавался специально в этот раз. Опять он что-то говорит. Ну нафиг, я вспомнил, у нас картошка кипит. Кто-то сыт опять там, Димон, выходи, это ты, я вижу. Я вижу твою пятку. Вон лужа течет из-за угла. Выходи. Ты че тут проволочный челик? Где? Ого, я же его побаиваюсь. Но он снаружи, а мы внутри. Че там, не получается? Щетку дать, побелишь потолки. Спасибо. Так, че, он ушел, что ли? Молтон Фредди уже не такой, как раньше. О, я могу кое-что сделать. Ладно, не буду. Я хотел в пиццерии свет отключить. Димон! А, стоит, смотрит. Чё там? Семочки раздают? Что ты там увидел? Пацаны, откройте, пожалуйста. Пароль рыба-меч. О, четко, видите, пароль работает. Он сзади меня стоял! А как это ты меня не убил? Ты хотел, да, Димон? Не успел? Не успел. Ого, кто-то полы ломает новое. А, это калитка на резинках от трусов. Опа, он здесь. Он идет к нам. Да кто тут у меня... А, это я как бы залажу. Ого, убил кого-то. Нашего слили. Слышите? Вот он идет! А как что? Отвали! Отвали от меня! А я бегу. А Димочка, я убегу. Спокойно. Я вижу его! Я его вижу! Я тебя вижу, отвали! Есть, ребята. А, вот! Он тут, блин! А ты что, знал, что я там выйду, да, уже? Я так и наперед и выбежал. Блин, я думал, как ты? Я думал, ты за мной бежишь сзади. Не настолько тупенький год. Слайд-шоу небольшое. Так, пацаны, я родился. Очень умный аниматроник, надо быть внимательным. Обманул меня по красоте. Иди, Серега, я проверю, есть там кто... Ловля на живца, прощай. Иванчик, я тебя кормлю охранником, не пойдет? Вкусное? Снабжай охранниками, давай, следующий. Ай, ты че дерешься? На тебе. Сережка, ну что ты? Опять хочет охранника съесть. Димон, я невкусный. Я утром ел очень соленую пищу, я пересоленный изнутри. Нет, никого, открываем двери. О, выдавайте себя побольше всего. О, ну нафиг. Извини, обстоятельства, заходи. Че, все? Никогошеньки? Да, здесь вместо окна такая арматура торчит, прикольно. Ну, пройти никак нельзя. А, я вижу, там кто-то есть. Кто там дудунькает, слышишь ты? Дудунщик. Димончик, а ты где? Ух ты, блин! Вот это я дернулся, еще такой большой кабан. Димончик, тут вентиляции такое тебе приготовили, ты даже не представляешь. Сюрприз, который нас всех погубит. Тут решетка, как в этом. Я забыл, как тот фильм называется. Обитель зла. Там была решетка такая, которая ехала и разрезала потом на куски. Это то же самое.
Ух ты, блин! Кто рядом стоял, там и не понял. Нормально, Диван? Вообще жахнуло конкретно. Да, долго он ставил, долго. Да, я почувствовал. Прочувствовал это. А ты умер или живой остался? Ну, чуть-чуть осталось за ХП у меня. Тебя просто выкинуло, да, с вентиляции? Да. Четко? Четко. А его нету там. И там его нет. Давайте здесь посмотрим. Открываем двери. Нет у меня нигде. Ого! Что-то жахнуло громко. Что такое дверь? Ого! Нифига себе! Ракетница четверной. О, копья пошли в ход. Откуда эти звуки? Кто дверь открыл? Так, его нету нигде. Все хорошо. Кидай! Его нету там? Было бы прикольно, копьем в голову ему. Так, прочекаю. Ого, тут копья торчат. Можно прям паркурить по ним. Димка! Ты где? Отвали! Я добрый балунбой. Иди сюда, иди сюда. Где ты, диванчик? Тут. Че, я тебя не вижу? А че, я тебя не вижу? Не знаю. Ты побежал вокруг меня встречать, а я за тебя побежал. А. О, мне копья дали. А не, не дали. Тут я кого-то видел здесь, или мне показалось? О, все, теперь у меня есть копье. Копья берем, все мои копья. Так, а ну иди сюда. Марионетка, я тебя где-то видел. Пацан, он в нашей офисе по-любому тут тырлуется. Давайте по углам посмотрим. Вот он здесь, в автоматах! Я его увидел, пацаны! Я просто видел, как кто-то промелькнул в нашу комнату. Ну, думаю, ну ты не выходил. Ты, ну, а мы ходим ищем. Вот он думал, ну, я навелся на автомат, а там твое имя подсветилось. Так бы я тебя не увидел. Так, пацаны, давайте копья в руки и погнали. Слышите? Слышите? Это он. Отвали! Я закрыл! Его копья отбрасывают. Димончик, отбросило копье, да? Да. Ты не смог зайти. Ой, то наш, я уже по-нашему кидаю. Где он? Отвали! Отвали! Где он? Где он? Кто он? Где он? Пацаны, впустите! Я сыкаю. Так где он? Вот он! Он внутри в нашем офисе, его ищу! Ах ты хитрый! Да? Ну хватит наших убивать, мы же добрые! На! Нормально пойдет. Отлично, отлично. Пацаны, надо очень мощное оружие взять. Я встретил, у меня брат джедай, иди сюда. Хай, хай, иди сюда. Где он? Я его не вижу. Вы видите его, пацаны? Вот он! Мочи его! А! Серега! Ого, ребята, все горит! Даже я. А кто-то бегает горящий? Я. Это я вижу. Ого! А чё все горит? Вот, Серега тут устроил пожарище. Серега молодец. Я друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока.